Летом этого года, по многочисленным заявлениям пострадавших, был задержан основатель финансовой пирамиды «Финико» Кирилл Доронин. Мы уже давным-давно живем не в 90-е, но дело МММ по-прежнему процветает. Почему сегодня мошенникам удается зомбировать даже очень умных и образованных людей? Многие компании предпочитают работать с так называемыми микроблогерами, у которых аудитория от 2500 человек. Выбран был очень правильный период, период коронавируса. В нашем уникальном эксперименте мы раскроем методы психологического воздействия аферистов. Они настолько убедительны, что поверит любой, вот правда. Как каждому из нас не попасться на этот крючок? Улика из прошлого. Во вторник в 20:25.